Привет, YouTube! Привет, подписчики! Наконец наступила зима, у нас выпало дофига снега, причем снег такой хороший, плотный. Сегодня едем кататься. С нами есть сегодня Артем. Это наш, кстати говоря, подписчик. Интересно, познакомились. Он задал вопрос: парни, а можно с вами покататься? Да, конечно, можно. Вот, ну, рад, что ты с нами. Сегодня мы едем на 5 снегоходах, позже к нам присоединится 6-й. Из очень интересного, это вот такой бундокер 600-й. Стоит хозяин. Хозяин, иди расскажи, хоть что вообще за аппарат-то вообще? Он едет или это? Ну, нет. Характеристики не тайги атака. Низко летает. Низко летает такая пуля. Ну вот сейчас самая погода для прям него. Большой грунтозацеп. Вот, глубокий снег. Посмотрим, что сегодня он покажет нам, что он нам расскажет. Так, ну про свою нитру рассказывать не буду, потому что все ее уже 1000 раз видели. Едет вот такой экспедиционник с нами. Ну, это наш тягач. На случай, если. Вот тот последний красненький снегоход, до него дойду еще, застрянет. Вот Буран с нами сегодня, тоже про него все знают. Ну и вот с нами сегодня Вадим едет еще на такой вентурке. Обалденно красивый аппарат, конечно. У него здесь 2 кофра, в одном снасти для рыбалки, в другом аккордеон. Вот, вот такая вот техника. Ну что, погнали? Картинка. Какое-то видео там новое. Ничего не скажешь. Так, Коль, давай выпрыгивай. Я, тут у меня пленка заканчивается. Че, каску-то одеваешь? Пойдем хуй копать, блядь, блядь. Выпрыгнул. Артем, елочку не ломай. Ты там по пояс стоишь, что ли, походу? Вот так и едем. На видео, конечно же, не видно, но снега реально практически по яйца. Ребята, все пыжится достать слона. Вов, назад чуть-чуть и с разгона его. Перед ним вытопчите, Коль. Ага. Нормально, нормально, перед ним топтать надо. Коль, если что, спрыгивай сам, но чтобы он не утонул. Отлично. А мне-то как тут ехать? Справа поедешь, слева поедешь. Здесь экспедиционник, здесь горники. Блин, вентурка молодец на самом деле. Она едет. С ее никаким зацепом. Ну, Вовка, это понятно. А что меня-то оставили здесь? Ё-моё! Bye.
этот раз нас порадовала тундра. Че, вайпер поехал? Тундра хуёндра. Вайпер-то поехал? Вайпер поехал, да. Да не, Вов, ты чё, бесполезно. Садись это, вон, к Николаю, поехали. Артём, а? Чё у нас случилось-то? Ничего не случилось. Мы сейчас выиграем. Молодец. Вообще красавчик. Под кабелем ныряет. В натуре отреживаю, и все, и чего ты паришься? Все, застрял. Коля, теперь вопрос, нахуй ты сюда заехал? Пока пьем чаек, хочу сказать пару слов о выборе снегохода. Если, конечно, вот снег был все время такой, то я выбрал бы. Тебя устраивает стелс Росомаха твой? Конечно. Она с нами катается, просто выезжает вперед всегда. Мы нет, надо не брать, не-не-не, стелс Росомаха, это, бля, прошлый век. Надо брать стелс этот, типа Бурана, вот такую корчу они делали. Криворукую такую, которая только едет прямо, одной, бля. На одной гусе, да? Да, на одной лыжине. Бомба-убийца, блядь, такая просто по прямой, нахуй, ебажит. Она не может повернуть. Что хотел сказать? Попробовал на мундокере на этом сегодня прокатиться. Ну, конечно, аппарат обалденный в плане именно управляемости. То есть рулится мыслью, просто вот мыслью. Достаточно узкая колея у него. И из-за этого валится прекрасно, конечно. Нитро гораздо хуже валится. Ну и зацеп, разумеется, играет свою роль. И прямо вокруг ноги крутится. В сугробах. С нитро приходится заниматься, конечно. Ты зачем скидушную экипировку? Дорогие подписчики, в лес не надо ездить, очень опасно. Да, Вовка вот здесь сделал стрижку под канатку своему стеклу. Сколько стекол, блядь? Три? Четыре. Четыре стекла? Ты тоже оторвал. Ты стекло оторвал, ты стекло подкарнал, скажем так. Ты покоцал? Хорошо, ладно, я за себя скажу, теперь у меня подогрев ручек не работает, поэтому я тоже. А что у тебя сломалось, скажи? Ничего не сломалось, у меня все нормально. Пошли, мы что-нибудь сломаем. Великолепная покатушка у нас получилась сегодня. Ну что, на этом, наверное, все, пожалуй. Дальше уже прямая до дома остается. Всем счастливо, удачи. Смотрите нас.